Формирование общероссийской идентичности – основа межнационального согласия. Заседание под таким названием прошло в штабе общественной поддержки Карачаево-Черкесии. О чем говорили и к чему пришли участники собрания, расскажет Алла Качеева. Наша республика, она одна из самых многонациональных республик в нашей многонациональной России. Да? Поэтому вопрос межнациональных отношений, он никогда не будет терять свою актуальность у нас в республике. Это очень тонкий вопрос, который требует самого серьезного, пристального внимания, в связи с чем и мы здесь тоже собрались для того, чтобы выработать какие-то механизмы налаживания межнациональных гармоничных отношений. Мероприятие проходило в штабе общественной поддержки и организовано Женсоветом Черкесска, Карачаево-Черкесского отделения общероссийской организации «Союз женщин России». В нем приняли участие представители власти, законодательной и исполнительной, члены общественных организаций, правоохранительных органов, лидеры диаспор. На встрече обсуждались проблемы, пути решения, методы формирования общероссийской гражданской идентичности. Поскольку для всех нас известно, да, наши ребята борются с национализмом на СВО, кто-то погибает, да, то есть не покладая, скажем так, рук, рискуя своими жизнями, своим здоровьем, но у нас внутри, к сожалению, также актуальна эта проблема. Причем здесь, конечно, мер должно быть несколько, причем это должно быть взаимодействие всех слоев населения и всех структур государственных, в том числе федеральных, и региональные должны их дополнять как-то и контролировать. Только вместе мы сила, мы должны взаимодействовать напрямую. Это и есть цель данного мероприятия, это и укрепление межнационального мира, создание среды для всестороннего развития и воспитание традиционных духовно-нравственных отношений новых поколений друг к другу и к окружающему миру. Когда наши народы будут соблюдать свои традиции, обычаи, которые идут издавна, безусловно, будет и межнациональная гармония и согласие. Поэтому законодательный орган может сегодня принять те необходимые законодательные меры, которые смогут в дальнейшем послужить для гармоничного развития своих культур, национальных традиций, обычаев и всего прочего, что связано с национальной идентичностью каждого из народов, проживающих на территории Карачаево-Черкесской республики. Участники круглого стола пришли к выводу, что в современных условиях необходимы систематизация и построение новой идеологической платформы патриотического воспитания и формирование культуры межнационального общения. Такой платформой в Карачаево-Черкесии, как в многонациональном регионе, должно стать формирование общероссийской идентичности на основе понимания многообразия культур, народов и своей сопричастности к судьбе страны. Алла Качиева, Мадина Каракетова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.